Теория и практика в одном месте. Отныне студенты Якутского колледжа связи и энергетики смогут применить свои знания в новой лаборатории мультисервисных сетей связи. Лаборатория представляет собой полную имитацию городских сетей доступа. Все оборудование для кабинета, коммутаторы, шкафы, компьютеры и кабели колледжу связи предоставила компания Ростелеком. Партнеры намерены не останавливаться на открытии первой и уникальной лаборатории. Одним из вариантов дальнейшего сотрудничества является создание центра, где будут обучать сварке оптоволоконных сетей. Чем меньше отражение, естественно, как... Нам очень важно, чтобы на рынок труда выходили специалисты уже подготовленные. Уже закончилась та эпоха, когда учебные заведения готовят оторванных от жизни специалистов. Поэтому нам, как образующие компании отрасли, очень важно, чтобы эти ребята в колледже связи, когда пришли к нам на работу, они были уже подготовлены и понимали, и знали, что и как делать, и сразу же были востребованы на рынке.